Если хочется крепкой и счастливой семьи, и прошу этого у Бога, пока этого нет. Правда, есть у каждого свой человек, и он обязательно встретится. Я стараюсь развиваться и работаю над собой. Спасибо огромное за ваши ответы. С утверждения конечного, да? Да, естественно, есть. Да, если вы действительно работаете, значит, еще раз послушайте. Вы или представляете образ, который в вашем понимании крепкая, достойная семья, не находит отклика от всех тех, кто с вами находится, значит, или это несоответствие, а вы хотите и мечтаете, но при этом ведете тот обычный образ жизни, а в голове крутите: «я прошу, мне не дает, я молюсь, а мне…» Еще раз, изменения должны быть в вашей жизни. Есть формы, да? Вот есть актер, который играет хорошо, и он играет формой, действиями, представлениями, одеждой, имитационной, декорационной частью. Вот если смотришь вот на актеров, вы смотрите, есть хорошо играет, а есть не очень. Это качество, умение перевоплощаться. Но это конечно. Спектакль отыграли, декорации сняли, и выходит тот, кто есть на самом деле. А есть изменения, мировоззрение. Как вы относитесь, как вы уважаете, что для вас важно, что не важно, как вы хотите измениться, насколько это приемлемо, или это просто какое-то требование, знаете, вот в пространство, где я хочу, чтобы было так. Объясните себе, почему это должно быть так, откуда это взялось, как это можно сделать, каким способом это можно развить. Для себя лично, какая вы сейчас и то, как вы хотите, насколько вы схожи, в чем различие. Потому что просто мечтать, просто просить – это ни о чем. На это люди годы, десятилетия тратят. Но при том, при сём, что они внутри не меняются. И тогда будет то, что есть на сейчас, переповтор. Это будет копия. И со временем негодование, агрессия, неприязнь, ненависть, месть там и все прочее, такие серьезные вещи, емкие, которые рано или поздно все равно из нас выходят, потому что мы отодвигаем изменения. Мы хотим, а сами не меняемся. Значит, требования вовне по отношению к другому человеку будут возрастать. И чем больше они возрастают, тем больше мы будем агрессировать, потому что ну сколько можно ждать, это что это такое, это, наверное, все лгут, все врут. Ну и вот такой внутренний, не очень лицеприятный диалог по отношению «я» и «все остальные». Так что вот в этом случае нужно быть очень-очень корректным по отношению к себе и по отношению к тем людям или к тому своему будущему, которое вы хотите обрести.